Всем здорово, с вами Назар. Продолжаем играть за Чироки. Сделал тут претензию, подвел, тут были какие-то повстанцы. Эта тысяча здесь идет, чтобы зачистить вот туземцев. Отправил сюда колониста. Второго колониста. Ну, можно еще второго отправить. Желательно было бы это сделать. Очень желательно. Ну давайте еще и второго отправим. Правда, куда? Тут все такие. Ну, хочется вот эти внутри позакрывать. Они-то тут рядом, я думаю. Хотя, с другой стороны, надо бы здесь сделать такую дорожку. И тут надо. И тут, и там, и сям. Пятерик. Или сюда идти. 5, 3, 4. Ну ладно, буду здесь закрывать. Отправлю сюда. Претензия есть. Объявляем войну. Возьмем вот эту технологию. И пока что будем собирать деньги на то, чтобы построить мануфактуру в столице. Хотя, может, одну хотя бы для начала. Потому что нам нужно, чтобы мануфактуры распространялись. Так, хорошо. Все, войск у него не осталось. Здесь мне нужен проход. Дашь проход? Дашь. А здесь надо создавать шпионскую сеть. Потому что там скоро те претензии, которые у нас есть, они скоро улетят. Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Забрать, забрать, забрать. Отрад взять. Этот сюда. Этот мы разделим. Тысячи по две. Вот так вот. Этот оставим здесь. Тут сюда. В дальние уголки начнем. Сюда. Сюда. А тут, наверное, был проход. Пошли наемники, наверное. Так быстро. Хотя, может, просто тут нанимались уже до этого. Тут колония. Нет, а тут тоже провинция. И где у него колония? Это. Непонятно. Ну что, колонии нету? Что не может быть? Странно. Обновим пушки. Пятнадцать традиций. Лояльность, традиции минус, профессионализм. Нет, давайте, наверное, что возьмем на этот раз традиции. У меня просто нету лояльности дворян. Вот тут я бы взял деньжат. Правда, тут было бы хорошо. Хотя, не, нужно дипку брать.
Нужно вот это как-то довести до 50. Сейчас мы этим займемся. Но, правда, тогда лояльность упадет, будет 54, я дипка не смогу взять, только деньги. Ну ладно, пусть будут деньги. Фиг с ним. Давайте дипку. Да, не, все равно не хочет с нами союз мутить. Слишком далеко, говорит. Так, сейчас тут с вами соберем армию. Тут мы атакуем туземцев. И идем сюда. Здесь то же самое сделаем. Хорошо. Давайте раздадим провинции горожанам. 30. О, есть 40, да? Есть. Стоим компании и есть 55. Мы возьмем деньги. Все-таки деньги нам тут больше нужны. Вот так вот. Тут можно поднять ополчение. Можно, можно. Так и сделаем. Потому что его мало. Лимит 40 аж. Больше, чем лимит армии. Или нет? Ну да, больше. Но там еще здесь не закрыли. Так, войска надо собирать. А вот и колония, кстати, пошла. Интересно, Англия будет атаковать или не будет? Думаю, что будет. Ну, в лучшем отношении, на всякий случай. Союза не хочет. Минус 28. Один брак. Минус 67. Фиг его знает. Свою возможность заключить союз мы уже профукали в одной из серий. Все, война закончена. Так, вот здесь давайте создадим претензии. Зовем. Пока что буду перекрещивать только тотемизм. Хочу его вывести полностью из страны, чтобы не было тотемических повстанцев. Там они временами заглядывают к нам на огонек. 430. Ну, я надеюсь, у этого будут деньги. О, супер. Так. Сейчас мы посмотрим. Вот можно сделать дорого. Но тут, конечно, колонии, это не обязательно корить. Вот эти южные не буду брать, потому что я к ним не получу никакого доступа. Пусть платит репарации, может, ему там португалец будет закидывать какие-то субсидии или что-то в этом роде. Да будет так. Ну и пока что все, думаю, да? Раз, два, три страны. То, что дает, то закурим. Остальное я не буду. Мне нужно ставить. Не ставить, а принимать технологию вот эту. Так, денежка есть. Там неразвитие, постройки, мануфактуры. А, 460, я что-то думал. 490. А какая базовая стоимость? Угу. Инфляция за 7%, что мне столько... Ого, чуси. Что-то думал поменьше.
Так, тройка, почему так дорого? А, потому что тут колония, которая, ну, да, не нужна, она только начала строиться, создаваться. Так что смысла ее держать я не вижу. Так, а, сюда надо собрать пацунов. Идем сюда. В 73-м против французских колоний можно будет сражаться. Такой туземцев. Ну, я что-то думаю, что надо все-таки идти на 13 колоний. Как ни крути. Но британец, он, ну, как бы, ну, типа, хорошо, типа, относится, но он все равно может атаковать. Он в предыдущий раз, он уже практически был готов заключать союз. Все равно атаковал. И все равно он хочет провинции, которые принадлежат мне. Так, что это такое? Ну, это больше вот эта страна хочет. 13 колоний внезапно не хочет от меня ничего. Ну, мы сюда, да. Давайте, я думаю, пойдем. Куда дальше идти еще? С французами рановато. Мексика, португальская, что-то так себе. Так, эти, надеюсь, перекрестят. А здесь британская Мексика, она слишком сильная, там 30 тысяч. Я не потяну. Так, денежка есть, плюс один. Нужно построить все-таки эту мануфактуру. В столице, да? Чаров. Угу. Так, а второе в Манхэттене. Ну, блин, Манхэттен немного опасно. И стоп, вот тут француз опять может потребовать. В Востоке. В Востоке это вроде бы где-то рядом. А может и не рядом. В Востоке Вабаш. Крестьян вот этой армии. Успокоим. Так, сюда. Не один. Сепаратисты. Ну, наверное, было бы хорошо, если бы они восстали, чтобы их сразу раздавить, чтобы они нам не мешали. Так, командира сейчас переставим. И проатакуем. Еле-еле. А, ну правильно, минус 2. Мы сейчас еще и проиграем. Черт, 7000. Рекрутов опять нету. Да, вот начинают слетать претензии. Седьмой. Сколько нужно? 35. Ну, пока восстановимся, пока туда, пока сюда. 5 восстание. Что-то быстро вы. Надо, короче, с повстанцами разобраться. Дворяне. Может, дайте какую-то музыку интересную. Такие скучные иногда мелодии. Ну чё, на похоронах, что ли? Так, это что за развлечение? Пуэбло. Угу.
кем воюете? А, против Пуэбло. Так, чё мои войска ходят как-то не так, как мне хочется, а? Давай назад, еще этих. Блин. Знал, где восстать. А, француз что-то там фабриковал уже. Дипломаты их поймали. Денежка идет пока в минус. Ну, пополнение идет много. 4000. А какой прирост? 400. Ну, вполне. Для такой страны это вполне. Конечно, надо вот эти строения строить. Ну, бляха. Где денежки взять, а? Денежки-то нету. Атакуем всей мощей. После этого сюда сразу идем. Ай, блин, не успели. Хотя, казалось бы, ну зачем? Почему дворяне бунтуют? Все нормально. И лояльность есть, и влияние у них не такое большое. Но бунтуют. Из-за миссионера. Он поднял тут риск восстаний. Так, что там? Ну, это просто слетело то, что было. Миссионер дорабатывает свою задачу. Нет, беспорядков нам не надо. Так, блин, все тоже фальниканство поперекрещивал. Ну, бывает. Минус 21. Ну тут, наверное, если бы приложить усилия, то можно было бы заключить союз. Нужно много репутации. Очень много депрепутации. Ну, либо много войск. Одно из двух. Но после вот этой войны... Ох, ни хрена... А где у них тут столько взялось-то? Фига себе. Я, короче, сейчас всю армию потеряю. Да, ну тут мы уже полностью восстали, как бы. Новое поселение. Да, давай базовый навык. Они, видимо, восстали где-то в двух местах, я просто не заметил. Сейчас реформатор. А. И восстанут они на севере, естественно. Блин. Я так вижу, дотяну до войны против Франции уж. Так, следующая крутая идет технология. Университеты, владения. Еще не построилось. Мы атаковать не будем. Что тут все холмы? Надо сбить, чтобы закаривание шло. О, распространять институты. 2,7.
Но мне как бы, ну надо, надо. Деньги деньгами, а институты это... Это очень хорошо. 1,2 в месяц. Но это только в столице, конечно. О, тут что-то капает. Соседние провинции. Вот тут есть, и тут есть. Но если бы у нас еще были хорошие отношения, то оно еще бы быстрее капало. Тут тоже есть, но тут вообще нереал. Хорошие отношения замутить. С Канадой разве что. А нет, тоже минус. Огромный. А сколько на Франции идет с агрессивками? Франция хорошие отношения с нами, да? Десятка только. Давайте еще улучшим. Пусть будет. Ну вот здесь, наверное, только как, ну, пока не внедрятся мануфактуры, это знания эти распространяются. Так понимаю, или нет? Три шока, бляха-муха. Многовато. Если я сюда пойду. Может навалять. Может. Ага, он идет на нас. На холмы. Ладно. Тихо-тихо, не то. Этих парней сначала. Урабатываем. Сколько там уже процент? 63. Ну вот здесь много получили католических. Оно и упало. Ну сейчас с этими закончим. Блин. Не успел. Думал успею. А в остальном нигде. Ну, на реформаторской. Они сейчас вот сюда пойдут, это все поперекрещивают. Зараза. Что там, военку можно поднять? Не, военку надо техи поднимать. Пока штрафа нету большого. Так, сколько мы потеряли? Ну, опять 7 тысяч. Стандартные 7 тысяч постоянно теряем. Культуры вот тут, как видите, тоже немножко меняю. Ну, там разные индейские непринятые, которые там красным засвечивались. Я их принимаю. А как насчет португальской? Ну еще пока что ее нет у нас во владениях. Здесь надо будет где-то. Ну, правда, тут так себе владение. Ну тут вполне себе неплохо. Такое себе, так себе. Ну вот это надо будет сделать, но этого не хватит. 7 плюс 5, 15. Еще, наверное, вот здесь где-то, либо вот тут. Вот тут. Или вот тут. Вот тут даже лучше. Больше. Так, если с первого взгляда глянуть, то... Идешь на протестантскую. Нет, ты идешь на тотемистскую. А, ну, на тотемистскую можешь идти. Тотемскую. Тотемическую. Пока в столицу давай. Тринадцать колоний объявили соперником.
Тут потеряли сколько надо? 30. Ну, конечно, ничего страшного, что они перекрещивают, правда, вот вешают такой модификатор, то есть я могу это перекрестить. Еще одна осталась. Дальше за реформаторские возьмемся. Прибыли наши ребятки. Ну, атакуем, я думаю, да? 25. Подожди. Да не, я не буду ждать. Ради скидки. Надо идти вперед. Все равно агрессивно к нам относится. Ну ты француз, ну ты бляха такой вот. Трудный, а, да? А, ладно, за вот это вот про. Чтобы сразу капало. Поехали. Почему я атакую, если... британец в хороших отношениях, потому что рано или поздно он может напасть, а если он нападет, то мне придется, например, вот эти отдать правы, а если я здесь захвачу, то я вот эти же правки и отдам, то есть я, можно сказать, немного себя защищаю тем самым. Делаю такую подушку безопасности. Он, конечно, будет хотеть эти провинции, будет их требовать, но он и так будет требовать. Если не эти, то какие-то другие. Это что такое? Культура. Франция на Великобританию. Ням-ням. Это мне нравится. Только надо здесь быстро все оккупировать. Чтобы француз этого не сделал. Так, эта тысячка успеет. Тут штурм города я не беру. Потому что это дорого. Ну, не то чтобы дорого, просто нужно очки в техе вкладывать. 1, 2, 6. 1, 1, 4. Ну, да вы гоните себе. Это сколько можно вот это дерьмо мне пихать-то? Ну да, он не проправит много, так что хрен с ним. Престиж постоянно в минусе. Не буду больше менять. Уж что есть, то есть. Да, проходи, проходи, я хороший, добрый. Гостеприимный. Еще какой я там. С торговли. Ну, хотя бы это. Хорошо. Ну вот один, блин, в админке. То, что надо. Дыдыщ, единичку тебе. На, жри. Собираемся. Прекрасная инициатива. Один минут ценности. Фигня. Беспорядки. Цена развития. 10 влияния. Потерять влияние.
На 30 лет куса. Куса. Сейчас посмотрим. Если перекрещено, то можно сделать. Как раз ноль. Вот как раз ноль. Это вот эти крикские. Ну ладно, хрен с ними, пусть восстают. Мне эта инновационность, как, я не знаю, как что кому нужно. Наверное, как зайцу стоп-сигнал. Просто не хочется опять престиж тратить, там, лояльность. Т.д. и т.п. Вот, теперь нам надо собраться вместе и бить мордаса британца. Хотя бы разочек. В идеале это, конечно, полностью уничтожить ему эту армию. Вообще полностью его забрать с карты мира. Вот ж хрен поймаешь. Неловимого Джо. Может, не поймаешь. Что-то он идет в нашу сторону. На чоктов. Так, с этими потом разберемся. Вы сюда, и вы на подкрепление. У них какая 21-я технология военная. Боже мой, на 3 техи обгоняет. Капец. Сейчас не знаю, что из этого получится. А, он просто выходит отсюда. Если я сюда сделаю, все, стой. Ну, он может просто сбежать. И прохода у меня, конечно же, нет. Ку-ку, ну и что? Но он уже будет согласен на мир. Так, ты сюда уходим. Я пока возьму все, что есть, посмотрю, что из этого получается. 400, ёшкин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Многовато, как видите. Многовато. Ну, это, конечно, все вот эти. Ну, там британская Мексика. Главное ее не брать, остальное фигня. Ну, давайте и Флориду оставим. Португальская, британская, все равно 68. Так. 53. Там, конечно, висят перемирия. 53. Пятьдесят один. Бляха-муха. Ну, вообще-то, можно постоять и еще полутать их. Деньги все возьмем. Репарацию поменяем, религию им. Пусть уберет вражду. О, стоп. А, тут этим отдать. Хайтичите. А надо ли? Ну, я могу ее от Фландрии забрать. Новой. Она не так уж и большая. Чтобы у них было меньше... А что мне это даст, если тут будет меньше колоний? Ну, провинций. Ничего не даст.
Абсолютно ничего. Абсолютно. Я думал, он может нам там что-то вернуть. Но у нас там же ничего не было. Возьму унижение еще. Он ведь наш противник. Или нет? Британская Мексика, 13... Да, да, 13 колоний, ну да, да. И Канада. Да, возьму унижение. Это не надо. Он все равно отвалится. И возьму, наверное, что... Что лучше, репарация или... Да, репарации там фигня, наверное, будет. Сколько, например, вот эти платят, что мы только что... Ну, 0,2, это нет смысла. Лучше пусть религию сменит и перекрестит сам все, что у него есть. Но здесь надо просто выждать год, чтобы с Британской Мексики хотя бы слетело. Там за 30 тысяч войск, больше чем 30 тысяч, я манал, блин, с ними воевать, если что. Хотя они вообще могут вступать в коалицию? Вот, вот эти колонии собрать коалицию, например, против меня, без участия своих... метрополий. Мне кажется, что не могут. Но могу и ошибаться. Могу ошибаться. Не, ну сразиться было бы хорошо. Как ты идешь на Теннесси? Че рискнуть? А если ускоренным? 28-е. Шестое. Так. Третье. Ну давайте рискнем. 5000 пехоты. Ну 16 может смогут победить. Так, вот тут 0,2 и не отправляю. Тут 14 месяцев. Что-то долговато. Стоп, а тут еще река показана. Ах ты, ёпс, твою мать. Тут еще река будет. Ну да. Отлично напал. Просто отличный план. И проиграл. 20, сколько там? 7000 против 8. Проигрывает. Окей. Ладно. Ладно. Супер. Отличный бой. Ну не было там, конечно, 27 тысяч. Блин, я за реку не подумал. И еще священником. Два раза подряд по 10 влияния. Ну, конечно. Конечно. Чем бы и нет. Это долго будет длиться всякая вот эта вот фигня. Очень долго. Может произойти и бобол случится. Еще и стабу минус. Ну и хер с вами, берите. Сколько, когда это произойдет? Аж плюс 2. Начнется 1 марта, а какой год не написано. А, 73-й, а в 75-м там только спадают эти все хрени. Ну, придется забирать у них правы. Не, ну пока тут не вылетает требование мира, наверное, не будем заключать. Это долго. Хотя надо бы, надо бы. Тут тоже ничего пока не корим. Чё там такое? Испания против Нидерландов.
Кто еще воюет? А да хрена кого. А, еще и Португалия. Что-то до хрена. Сейчас вот это вот все прибежит ко мне через Мексику. Ладно, я соглашусь. Союзник хоть какой-то нужен. Похоже, здесь все-таки надо замеряться. А что не хотят? Серьезно? Не хотят? Ладно. Сейчас попробуем заставить. Мне бы вот эту тиху поднять, конечно. Тут новый тип войск. Новый тип нашей пехоты. Тем временем пойдем сюда. Давайте вот так пойдем. Тут река большая. Блях, они сейчас там все подбивают. Боже, у меня хоть одна серия может пройти нормально. Без этого вот всего. Да. Видимо, не может. Так, технологию можно брать. Берем. Берем, меняем пехоту. У нас отсталая просто до невозможности. Наконец-то у нас появляется огонь у стрелков. Да, это у нас было вот это. А, у нас был огонь, аркебузиры. А теперь получше будет. 3-3, а не 2-2. И что там еще? Конница. Ну, тут, как видите, выбор невелик у индейцев. Пойдем разобьем. После этого, я думаю, они согласятся подписать мир. И сразу ломанули как. Ну, тут выждем, конечно. Они все равно не возьмут до полного боевого духа. Ну, посмотрим, помогло ли это. Чё-то католиков надо дольше крестить. Теперь уже можно и здесь брать. Убегает, значит, боится. Что, опять река? Да тут везде реки. Но тут не будет реки, это ж они атакуют. Ну, наконец-то смогли победить. Куда отступает? Не, немножко по-другому сделаем. Вот так вот. А то 2000 хватит. Ну, двух армий по 1000. Двух осадных корпусов, короче. Куда это он отступает? Сюда, что ли?
Ладно, не буду бегать. У них тут есть войска. Но тут, скорее всего, проиграют Нидерланды эту войну. По-любому проиграют. Тут еще и две войны идут. Вторая — это что такое? Против Савойи. А, у тебя офигенный союзник Савойя, да? И Чероки. Отличные союзники. Прям мечта. Так, убегай. Стой сюда. Ну как там по игре? Ну хотя у нас тут повесится сейчас перемирие со всеми. Да, уже можно подписывать такой вот мир. Только нужно дождаться, когда они захотят этого. Для этого надо оккупировать последние три провинции. Возможно, отбить еще вот эту. Португалец, куда ты идешь-то? То на севере случайно никто не зачистил. Меня не зачистили. Ну, согласен. А что если... Мексика 56. Ладно, не буду рисковать, уже в следующий раз заберу. Хватит пока того, что есть. Но мне кажется, что ничего бы страшного не произошло. Так, тут одна на 7% идет. Тут даже 85 типа превышает. 1,3%. Ну, тут вряд ли что-то такое есть, чтобы забрать. Тут 3,6. 2,1. Угу. Если я тут забираю. 84,8. А тут 9,9. Ну, лояльность как бы есть, нормальная. Ладно, это потом. В 70... каком? Пятом. В 73-м. Ага. И тут перемирие в 73-м закончится. Угу. Ясно. Короче, 1 сентября 73-го года надо... будет все это сделать по-правильному. Да, этот отвалился, но хотя бы DPS увеличили, уже хорошо. Колонии, твари, колонии не трогайте. Забью. Забью до смерти. Так, есть плюс одна. Как у нас там? А, капает, нормально уже есть. Благодаря плантации. 1,4. Ну, это только одна пробка. А, ну у нас вот тут есть. Уже сюда будет капать. Сколько? 0,15. Мало. Очень мало. Может, принять уже можно. Ну, почти. Почти. Ясно. Ну еще бы одну построить, вот эту вот фигню, мануфактуру, Манхэттен. Ну Манхэттен был бы неплохо, оно бы тут развелось и вот здесь бы, шух, по соседним востоке. Ага. Но тут опасно. Манхэттен тоже, конечно, опасно. Вот тут тоже было бы неплохо. Но я бы в Манхэттене, честно говоря, построил. Может, не заберут, а... Может, не заберут. А может, и соберут. Кстати, у меня есть торговец один. Куда ее отправить-то? Тут я собираю сюда с Вест-Индии и с Огайо. Ну, давайте сюда отправим. Торговца там есть какое-то влияние даже. А,
Надо было тут брать пробки, было бы чуть-чуть побольше. Ну, ничего страшного. Так, и претензии, которые тут остались, можно сюда поставить. Хорошо, ребята, на этом завершаем эту серию. А тут надо просто дождаться, чтобы Испания это все оккупировала. И на этом завершим. Завершится эта война. Сама собой. Надеюсь, нас не будут трогать. В мирных переговорах. Вот. А тут я, наверное, дождусь уже окончания перемирия. Или напасть сюда. Майами, кстати, одни. Черноногие. О, кстати, вот тут можно. Команчи Арапахо. Ну и надо здесь захватить. Ну ладно, я, наверное, дождусь до конца перемирия с французскими вот этими колониями. И тогда продолжим. На этом все. Прощаюсь. Благодарю за внимание. Всем пока. До новых встреч.